Букеты цветов для тех, кто неустанно стоит на страже здоровья и работает, не покладая рук. Особенно сейчас, когда на счету каждый медик. В Химках провели акцию «Розы врачам». Общественники посещают медицинские учреждения и благодарят сотрудников за самоотверженность. Программа «Наше дело в помощь вам» – инициатива областной общественной палаты. Недавно к ней присоединился Ступинский тепличный комбинат, который бесплатно предоставил цветы, чтобы подарить врачам. Очень важно, что сегодня в наше время есть такие неравнодушные предприниматели, и мы обращаемся ко всем жителям Подмосковья поддержать акцию общественной палаты Московской области «Наше дело в помощь вам» и присоединиться с розами, с масками, с антисептиками, со всеми теми вещами и средствами, которые сегодня могут помочь каждому из нас. Акцию проводят уже 2 недели. На сегодняшний день общественники развезли и вручили уже 27 тысяч роз по всему Подмосковью.